Братва, братва, слушай, братва, мы, короче, поймали очередного барыги. Видишь, пидорас, короче. Руку убрал, руку убрал, говорю, блядь. Да что, не люди дали? Вот его документы. Подожди, дашь? Они сзади на машине стояли. Закрой, сука. Давно барыги. Дай нож. Ну, пожалуйста, брат, отпусти меня, отпусти меня. Я вот так, давай. Давай, давай, давай. А слышь, лохал, зачем? Ты тогда что, ты сейчас плачешь, как жена ебаная? Как женщина, в смысле? Да нет, я теперь бабки требовать буду. Идут они нахуй, ты их спали, блядь. Да, 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 да. Иди нахуй, куда хочешь, блядь. Смотрите, слышите, да? Пидорас Капитанас Александр Дмитриевич, 13.06.85 года, город Ростов-на-Дону. Рот закрой. Так, отдел УФМЦМ России по Ростовской области в Октябрьском районе, города Ростова-на-Дону, 29.07.2009 года, код 610-013. Так, смотри, да, дева, смотри. А что это? Башкирская, улица Башкирская, дом 3. Прописан 05.03.2010 года. Хамед, ополченыш, да бякин, бурор, нанны. Ополченыш, халяйца, барыг. Лавазо, лавазо, лавазо. Ополченыш, уй. Снимай, снимай, бори. Бори, глядь, слышь. Ариум, ариум, ажа. Бори, глядь, слышь, информация, мы же лежим. Сюда, смотри, бля. 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 Так, свои фамилии, имя, отчество, говори, где живешь, какой район. Убери руку, блядь. Я тебе сейчас ментовку сдаю, хуй. Поехали в милицию, я согласен, уже я и барыг этих сдам, только отпустите меня, пожалуйста. Давай, отпустите его, сейчас менты пусть сами отпустят. Отпустите, пожалуйста.